Гордый человек может толковать о смирении и молчании, прославлять пост, дебатировать вопрос, что выше, добрые дела или молитва. Уверенность в себе скоро переходит в страсть командования. Он посягает на чужую волю, не вынося ни малейшего посягания на свою. Распоряжается чужим вниманием, временем, силами, становится нагл и нахален. Свое дело важно, чужое пустяки. Он берется за все, во все вмешивается. В этой стадии настроение гордого портится. В своей агрессивности он, естественно, встречает противодействие, отпор. Являются раздражительность, упрямство, сварливость. Он убежден, что никто его не понимает, даже его духовник. Столкновения с миром обостряются, и гордец окончательно делает выбор. «Я против людей».